Родина груши на Дальнем Востоке и Центральной Азии. Выращенная в мягких температурных зонах обоих полушарий, груша является одним из самых популярных фруктов в мире. Хотя груши растут в тех же регионах, где яблони, они не настолько распространены. Она стала символом справедливости, долголетия, чистоты, мудрости и филантропического управления в Китае, где впервые была культивирована. Этот фрукт символизирует изящество, благородство и чистоту, а само дерево – это выражение уюта и доброты. Распространяясь из Анатолии в Европу, груши были сначала в почете у древних греков, а затем попали в Италию и Францию, откуда позже стали известны всей Европе. В Америку груша была завезена сначала британскими и французскими колонистами в начале 1800-х годов, а после распространилась по всему континенту. Общее мировое производство груши составляет 25 миллионов тонн. Рассматривая последние 10 лет, можно видеть снижение производства в Европе и Океании, в то время как в Азии наблюдается его значительный рост. Производя около 20 миллионов тонн, Китай имеет почти 80% мирового производства груш. Европейский Союз является вторым по величине производителем с производством 2,5 миллиона тонн, а США занимает третье место с 665 тысячами тонн продукции. Грушевый джем и мармелад востребованы на рынках продуктов питания. Груша часто используется в ароматизации многих продуктов, благодаря своим вкусовым качествам и аромату. Кроме того, она используется для производства пюре, патоки, пастилы, сухофруктов, вермута и вина. Груша содержит минералы, такие как калий, марганец и натрий, и является богатым источником витаминов А, В1, В2, В3, В6 и С. Сейчас это хорошо известный факт, что никакие фрукты и овощи нельзя сразу после сбора отправить к потребителю в хороших условиях, без использования холодильных установок. Современные холодильные установки играют важную роль и создают существенное влияние на национальную экономику. И это единственный способ сохранить груши в максимально комфортных условиях. После сбора урожая этот фрукт быстро выделяет этилен и, следовательно, начинает портиться. Остановить и задержать старение груши возможно только посредством охлаждения. Факт, что качественный продукт можно найти сегодня на рынках лишь при условии правильного хранения этого продукта. Основная цель хранения груш состоит в том, чтобы предотвратить потерю воды и увядание, физиологические и патологические ухудшения. Температура является наиболее важным фактором при хранении груш в течение длительных периодов. Определение и использование правильной температуры очень важно для срока хранения груш. Из-за физиологического сходства с яблоком груши легче хранить в холодильнике по сравнению с другими видами фруктов в соответствующих условиях. В зависимости от сорта груши хранятся при температурном режиме от 0,5 градусов Цельсия до плюс 2,5 градусов Цельсия. Температура зависит от сорта и климатического региона урожая. Опыт – самый важный критерий при хранении груш и других видов продуктов. Контролируемая атмосфера для хранения дает прекрасные результаты как для груш, так и для яблок. OneMCP-система используется вместе с контролируемой атмосферой для холодного хранения и очень эффективна для сроков годности. Эта передовая технология хранения предоставляет инвесторам большие прибыли и привлекает их благодаря длительным срокам хранения и годности. Груша — нечасто встречающийся тип фруктов, что обеспечивает ее достаточно высокую рыночную стоимость. Поэтому, чтобы не портиться, она должна храниться в наилучших условиях. Хотя в течение последних лет наблюдается стремительный рост числа хранилищ атмосферного контроля хранения, только одна из четырех груш хранится в холодильниках высокого качества этого типа.